Самым крупным памятником на выставке является коронационный балдахин, который участвовал практически во всех коронациях, вплоть до Николая I. Большинство экспонатов, представленных на коронационной выставке, прошли реставрацию или профилактические консервационные работы. Каждый памятник нуждался в индивидуальном подходе и определенной степени вмешательства. При экспонировании были продуманы системы крепежа, так как монтаж является основным фактором, влияющим на сохранность вещей, и мы старались максимально снизить нагрузку при экспонировании. В реставрации принимали участие 7 сотрудников сектора реставрации тканей. Работа длилась более года, и в результате были очищены все детали и укреплены, смонтирована подкладка, и совместно с хранителем и сотрудниками отдела выставок был произведен крепеж и монтаж памятника. В результате всех мероприятий посетители могут насладиться уникальным памятником на выставке.